ребята, сегодня мы будем проходить замечательное произведение из английской литературы. Лиза, ты чем опять занимаешься? Что это за газета на моем уроке? Что ты опять делаешь? Марья Ивановна, вы разве не знаете, что она должна закончить свой уровень в игре, чтобы вступить в сообщество готов? Слушай, Даша, заткнись, надоело уже. Лиза, не обращай ты на нее внимания. Благодарю тебя, смертник. Борис! Даня! Елизавета! Ох уж эти гаджеты! Слушай, Лиз, оставь ты эту ерунду. Давай сегодня пойдем к Тарантулу потусим. Дитя мое, она до добра не доведет, так и знай. Не, ребят, сегодня не получится. Я должна ее закончить. Что, недремлющая, опять будешь целую ночь неусыпно бдеть? Смотри, школу не проспи. Да, пока она эту муть не разрулит, так и будем оставаться в полном мире. Ну, пошли. Идем. Неважно! Я ее друзей-то в лицо никогда не видела, сидят в своих онлайнах постоянно. Хорошо, что не видела. Я сейчас этой девчонке задам. Я ей сейчас покажу. Ущипни меня. Ну что еще? Лизонька, дорогая, ничего, мы уже уходим. Ходи, давай, не мешай, потому что нас там. Тоже это сами без головы. Так.